На прошедшем турнире ACA 123 Леонардо Лимбергер удушающим приемом победил Александра Педусона. Станислав Власенко решением судей победил Кристиана Бринзана. Рене Пессоа нокаутом победил Алексея Ефремова. Павел Ветрук решением судей победил Делиана Лопеса. Артур Астахов нокаутом победил Илью Щеглова. Александр Матмуратов решением судей победил Алексея Полпудникова. Георгий Кичигин решением судей победил Элиаса Сильверио, а Андрей Кошкин нокаутом победил Александра Бутенко. Следующий турнир ACA 124 пройдет 11 июня в Казани, а его главным событием станет поединок Венер Галиев против Хердесона Батисты. Также на турнире пройдут бои Мурат Каламов против Волтера Перейры, Амирхан Гулиев против Романа Гудочкина, Никита Чистяков против Махарбека Каргинова, Денис Сильва против Павла Гордеева, Егор Голубцов против Абубакара Мистоева, Мамуржон Хамдамов против Василия Курочкина, Осимхон Рахмонов против Аслана Шогова, Алан Гомеш против Ленара Сулейманова и другие. Петр Ян ответил на желание Роба Фонта провести с ним свой следующий бой в UFC. «Не нужно пытаться откусить больше, чем можешь проживать. Ты даже не смог нокаутировать пробитого Коди своими руками-подушками», – написал Петр. Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что он готов перейти в полулегкий вес ради боя за титул в этом дивизионе. Александр Волконовский назвал Брайана Ортегу фальшивым и предположил, что он играет хорошего парня. Напомню, Алекс и Брайан стали тренерами нового сезона шоу «Тафф», который стартует 1 июня, а их поединок должен пройти в начале сентября. Майкл Чендлер заявил, что он хочет наглухо вырубить Джастина Гейджа в их бою, который находится в разработке, а его дата пока неизвестна. Гига Чикадзе бросил вызов Келвину Кеттеру и хочет провести с ним свой следующий бой в UFC. Анатолий Токов сообщил, что если он получит визу в США, то свой следующий бой в Беллатор планирует провести летом, а если нет, то возможно выступит в октябре на турнире в Москве. Арена Копян хочет провести реванш с чемпионом ACA в наилегчайшем весе Азаматом Кирефовым, которому проиграл единогласным решением на турнире Техкреп Prime Selection в 2016 году. Павел Ветрук хочет провести реванш с Абдулрахманом Дудаевым, которому проиграл раздельным решением на ACA 118, а также хочет подраться с Шамилем Шахбулатовым. Станислав Власенко хочет провести реванш с Черси Дудаевым, которому проиграл удушающим приемом на ACA 116. Сиджара Юбенкс против Присциллы Качаэйры и Шамиль Абдурахимов против Криса Даукаса 24 июля на UFC Fight Night 192. Вы смотрели Fight News. Самые интересные новости ММА.